Мы тут из ДЧ вживую наблюдаем. Вот, сейчас как хайпану то, что его снимаю. Ох, наберу подписоты. Неплохо, неплохо. Начало подсвечу чуть-чуть. Так, ребятки, все спрашиваете, почему я не еду. Да я и не планировал ехать в СДЧ. Я тут как тренер, не знаю. Я приехал в Сочи, перевез сюда школу, поэтому милости просим на занятия. Но участвовать я не собирался. Пока на расслабоне, на чиле. Поэтому можно сейчас пивко хуярить, качаться. А пока что... На чили, чили, лето, лето, заебали, блядь. Так, ну все, телега на базе, ракета гоночная на базе, тренировочная, точнее, не гоночная, тренировочная на базе, площадка в шаговой доступности. Мы на Сочи автодроме.